Барнаул-Капстрой, который на данный момент отвечает за ЖК Парково и строит сразу несколько домов в столице края, уверенно идет к банкротству. Дольщиков такое известие крайне возмутило. Заселиться в свои квартиры они должны были осенью этого года, но строительство объекта заморожено. Когда об этом узнали, о проблеме заявили в СМИ. Мы уже купили какую-то технику даже в квартиру, планировку смотрели, как, что сделать, планы все строили. Сейчас, получается, все планы нужно менять. Мы в однокомнатной квартире на 20 квадратах, вчетвером живем, работаем, ждем квартиру. Напомним, собственником Барнаул-Капстроя является администрация города. Именно она и должна искать выход из сложившейся ситуации, пояснил губернатор Виктор Томенко, который взял проблему на личный контроль. Может быть, потребуется субсидировать как-то часть деятельности Барнаул-Капстроя. И если это законом возможно, то, может быть, и на эти цели надо пойти. Все-таки провалы и даже преступления, которые в конечном итоге были совершены конкретными должностными лицами этого предприятия, или уж тем более курировавшими их, сотрудниками администрации города, это ответственность городских властей. Буквально вчера в мэрии прошло совещание, где решалась дальнейшая судьба дома на Парковой 71. Чиновники, застройщик, представители прокуратуры рассуждали о судьбе новостройки. Дольщики внимательно слушали, СМИ на встречу не пустили. Вообще положительный настрой рабочей группы очень понравилось, что настроены достраивать. Есть активы у Барнаул-Капстроя, которые они будут предпринимать для предотвращения банкротства. Нам предложили дорожную карту, поэтапные этапы строительства, даты этого строительства. Сейчас пока точных дат нету. Все зависит от судебных дел. А судебных исков у Барнаул-Капстроя немало. На застройщика подали в суд дольщики двух недостроенных домов на Павловском тракте. Иски исчисляются миллионами рублей. И поэтому, как именно будут предотвращать банкротство Барнаул-Капстроя – большой вопрос. Мэрия ответить на него пока не может, но признает, что финансовая ситуация на предприятии сложная. Администрация города совместно с Барнаул-Капстроем прорабатывается несколько вариантов достройки дома по улице Парковая, 71. Разрабатывается дорожная карта, которая предусматривает возможные сценарии развития событий. Нами рассматриваются все варианты, чтобы завершить стройку и дать людям возможность получить свое жилье. В ходе рабочей встречи стало известно, что проект на Парковой будут удешевлять за счет подземной парковки. Застройщик уже закупил песок, чтобы засыпать ее и тем самым сэкономить. По стройке сейчас идет решение об уменьшении количества парковочных мест. Подземная парковка будет уменьшена. Идет экспертиза, изменение проектной документации планируется, работы по засыпке подземной парковки. Ее будут уменьшать, чтобы сэкономить, быстрее достроить и быстрее начинать сдавать дом. Людям пообещали, что рабочая группа будет собираться раз в неделю. А дольщики, в свою очередь, надеются, что с каждой новой встречи появится больше конкретики. И в конце концов им назовут реальную дату сдачи объекта. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.